Здравствуйте, друзья! С вами Транзитус, и мы продолжаем покорять SnowRunner. В этой серии мы с вами будем выполнять поручение Сельский мост. У нас промзона, а Дон. Может, наше село и видало лучшие времена, но всем нужен этот мост. Здесь недалеко есть свалка, а на ней старый фургон с инструментами, который не хватает для ремонта. Сможешь доставить его к моему дому? Дому? Попробуем. Доставить к сельскому мосту, вот сюда, фургон с инструментами, который у нас находится здесь на свалке. Само, значит, поручение берется у нас здесь, где находится непосредственно мост. Награда 200 опыта и 2400 денег. Буду использовать модовский РНГ-ВЛ-500. Это у нас, можно сказать, трактор. Так что желаю всем приятного просмотра и поехали. Ну, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Также есть Дискорд-канал, ссылка в описании под видео. Ну, поехали, повезем. Да, вот решил я так вот на тракторе покататься. Отлично. Вначале я, конечно, поднял ему ковш, а потом он мне стал мешаться. Машина постоянно пыталась кувыркнуться, и я его опустил обратно вниз. Ну, не до конца, конечно, но отпустил. Даже где там его, ну ладно. Здесь вы это. Разницы нет никакой, там или здесь. Воу-воу-воу, ты куда? Бабах. Надо было тебе обязательно застрять, да? Черт тебя побери. Как всегда, что-то пойдет не по плану. Не бывает такого, что все было по плану. Что-нибудь, да куда-нибудь. Вот обязательно надо вот к этому дереву пристать, да? Ну, как-то так. Да, вы, наверное, конечно, скажете, что я извращенец. На тракторе вожу прицепы, но это мне так захотелось. Почему бы и нет? Ну, сейчас бы перевернулись бы. Бабах, да, вот надо было именно вот так вот шмякнуться. Что-то вообще ничего даже не понятно, куда ты там поворачиваешь из салона.
пока все нормально. Что дыма, да, из трубы нет. Угу. Дым забыли нарисовать. Еще потом нарисую. Дождик пошел. Просто, как говорится, техника вся другая занята. Вот и только на тракторе пришлось поехать. Одолжил в аренду свои грузовики. Остался только трактор. Вот и пришлось на нем выполнять данное поручение. Скоро уже подъедем. Такой будочек у нас. Мы подъезжаем. Что нам стоит мост построить, да? Инструменты привезем. Ты даже не представляешь, как мы тебе признательны. Вот твоя награда. Собрали со всего села. Спасибо. Награда 290 опыта, 2450 денег. Ну что, друзья, вот такая вот, такое получилось видео. Ох, как лагануло-то. Нормально. Здесь, конечно, при сейвах лагает. Так что, если вам, друзья, понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, оставляйте под видео комментарии. С вами был Паразитес, и мы играли в SnowRunner. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.